Владельцы и арендаторы помещений торгового центра на Сарментовой подсчитывают убытки. Минувшей ночью дотла выгорели магазин детских игрушек «Бегемот», продуктовый магазин «Авоська», склад и другие подсобные помещения. Никто не пострадал. Расследование причин пожара на улице Сарментовой взяла под контроль прокуратура Ивановской области. Напомним, что сообщение о возгорании поступило 12 мая в 21:50. По информации оперативных служб, возгорание произошло в результате короткого замыкания в электропроводке, которое было замечено охранником торгового комплекса на камере внутреннего наблюдения. Сотрудник незамедлительно вызвал дежурные службы. Первые пожарные расчеты прибыли через 5 минут. На момент прибытия происходило открытое горение кровли на площади 40 квадратных метров. В 22 часа 35 минут произошло обрушение кровли, и площадь пожара увеличилась до 300 квадратных метров. В 22 часа 45 минут очаг пожара был локализован. Однако работа по тушению пожара и разбор завалов продолжались до утра. На тушении было задействовано 61 человек и 19 единиц техники.